Скажите слово. Этот беспредел прекратить надо. Обязательно прекратить. Прекратить, чтобы было благополучие в каждой семье, Ромен. Ну и что? Такое еще не было. Не было, чтобы полулове тремендлемо нуше. Это у нас тысячи. До вас, покон веков. Сколько мы живем, я давал. Кона до нас, начало давал, чтобы у муж разрешал дюблятор, ты стремились манушен, а до нас сыса давал раньше, что я мара у кака, я мара у папу, а давал на сундуле. А дай на нами что? А да, когда кэс манушенский драяка, с стременен дюбли, а да лажаво. Цыганскому народу. Телсарангайзоры, бах и радость и благополучие. По сегодняшним днем открывается вопрос о странах. И мы решили в обществе всех цыган нашего лагеря поинтересовались, пообщались и закрыть этот срам. То есть, кто будет срамить, кто будет гидить, эти срамы будут переходить назад автоматически. То есть, эти срамы мы никто не будем принимать. Только срамы касаются тех людей, кто срамит. Мы накладываем вето на это. И также обращаю всем ромам, всем национальностям, чтобы провели такую политинформацию. Чтобы не было дискриминации в нашей нации, в нашем народе. Эти срамы, мы встречаемся с людьми, не знаем, кто они, что они. Кушать, пить, здороваться, брат. А он срамленный. Это неприемлемо в нашем народе.